Я переживал, что, может быть, будут только студенты профильных вузов и не будет самородков, тех мальчишек и девчонок, которых поцеловал Всевышний. Но они есть у вас в регионе, их много. Давайте делать все возможное, чтобы мы могли открывать им эти горизонты, потому что 11-10-летние девчонки и мальчишки прям горят этим всем. Проект важен не только для МТС, он во многом важен для молодых ребят. И мы видим очень большую активность Челябинской области. Много талантливой молодежи, есть большой интерес, поэтому мы берем, поддерживаем, помогаем детям развиваться в своих творческих способностях. Я считаю, что сегодня был большой праздник для нас, для Челябинца и вообще для Челябинской области, потому что у нас сегодня состоялся Fashion Day в рамках проекта, который проводит МТС «Поколение М». Очень здорово, к нам в этот раз приехал Игорь Гуляев, один из ведущих дизайнеров, маэстро моды, я его очень люблю. И у ребят была возможность получить от него мастер-класс, послушать его мнение и, наверное, выбрать для себя то, что им интересно.